Красивый здесь променадик возле Монте-Карло казино. Хотя там какая-то сетка рабится. Какие-то, блин, хлопковое дерево красивое. Какие-то, блин, непонятные контейнеры стоят. Вот мы вышли. Ну, конечно. Конечно, да. Лухари Лайф. Вот здесь вот. Ух ты, ничего себе. Как... Смотри, какая променадная. И люди вон лежат. Яхты. Вон там Монако-Виль, хотели вот туда, боже, но туда добраться нереально далеко, но там, наверное, прикольно. Как же туда дойти? Вот вид с набережной, вот прямо возле вот башенки казино. Казино Монте-Карло. Симпатичный небольшой парк. Вот, людей здесь немного, потому что здесь только туристы и эти самые, и нищеброды. Вот. Ну, метелочки, которые хотят сфотаться. Да, и понятно, все остальные подъезжают на Феррари и идут сразу в казино. Вот вид на Монако. Горы в тумане, в облачках. Погода офигенная. Какое-то нереально что-то здесь. Это что такое, в виде парохода? Или это пароход? Не, вообще не ясно, что это такое. Набережная переходит. Но это, наверное, все-таки так в виде парохода построено. Вот где Лухари Лайф начинается и заканчивается. Очень круто, да. Уровень крутости зашкаливает.